Какие изменения в законодательстве в сфере недвижимости вступят в силу в новом 2024 году? Что важно знать каждому владельцу объекта, чтобы не лишиться своей недвижимости? Как собственнику гаража понять, касается ли его конкретно закон о гаражной амнистии? Смотрите сегодня в 18.15 программу «Город С». Гость в студии Константин Минин, заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области.